МД «Регион». Федеральная сеть магазинов поисковой техники. Всем привет! Привет! С вами Дмитрий и Андрюха. И это «Зимний поиск» специально для конкурса от компании МД «Регион». Друзья, мы решили поучаствовать в конкурсе. Взяли с собой приборы, которые уже, спрятали на зиму. Отмыли. Снежок у нас идет, соответственно, зимний поиск от компании МД «Регион» проходит именно в зимнее время и на зимних участках нашей страны. А доказательством может служить мужчина, который ловит рыбку. Мы вышли на пляж и решили паковать именно на пляже, потому что думаем, что на пляже еще земля не сильно промерзла, и у нас будет возможность найти какие-нибудь монетки, хоть ходячие, хоть советские. Возможно, еще и появится в наших целях, Тони. Клады. Клады, ювелирка. Ходим мы с приборами Ася 250, оснащенная снайперской катушкой от фирмы Nell Snake. И у Андрюхи Fisher F44. Поставили на него маленькую катушечку, чтобы копать поменьше. 9-дюймовая катушечка. Ну что же, смотрим, что у нас получится. Прикольно зимой копать. Прошелся по одному месту. Уже видно, где прошелся. Копал, не копал. Ходил, не ходил. У Андрюхи лопатка такая прикольная. Выдали. Песочницу отобрал. Ну-ка, давай, показывай, что тут у тебя. У меня там какой-то хороший сигнал, но глубину залегания показывает 15 плюсом. А песочек в том месте, промерз хорошо. Сейчас придется брать топор и выдалбливать эту цель. Андрюха мне в этом поможет. Куда дену? О, железо, А ты отстроился от грунта-то? Да. А кого здесь строят? Здесь сугробы, Андрюха отстроился от сугробов и идет искать цели. Вот такая у нас здесь красота. Настоящий сибирский зимний коп, ребятушки. Сейчас поближе приблизим. Потом сходим вон на тот берег. Там походим. Калиман сигналит? Да, какой-то четкий стабильный сигнал. Но, глубину показывает глубокую. А песочек здесь уже подмерз. Такой вот сигнал, Не знаю. Сейчас попробую. Конечно, ковырнуть. Но. Банка поди. Давайте подолбим. Да. Веселый коп. Просили зимний коп. Получайте. Да. Пляж рубят, песок летит. Так, давай посмотрим. Цель маленькая, цель короткая. Показывает 5 сантиметров. Сейчас мы ее достанем. Сейчас мы их проверим. Самое главное не зарубить цель. А то представляете, там рарик какой-нибудь. Или золото-бриллианты. Слитки так принимают. Кусочки не откали. О! Ха-ха. Нашел? Ах, вкуснятина какая, Вот она, Не вытаскивается. Какая-то китайская пробка здесь образовалась. Так она еще какого года, О, династия Цзинь, Твою дивизию. Продолжаем дальше. Первая монета. Давайте мы ее сейчас вместе извлечем. Смотрите, она еще лежит в кусочке замерзшего песочка.
Ну, я отсюда вижу, конечно, что это у нас ходячего производства монета. Но, ребята, коп зимний начинает себя оправдывать. Ох, блин, без наколенников-то по песочку. О, так, что тут у нас? Орёль. Орёль виднеется. А здесь 2 рубля. Запишите в нашу копилочку. Вот здесь это вот 2 рубля выскочило. А вот здесь это вот вон в комочечке лежит очередная цель. Ну, это, видимо, десятик или полтинничек. О, что это? 50 копеек. Как с куста. Я, короче, Андрюха, уже 2.50 нашел. А ты? Ну, еще сколько получается? 16.50, и мы на 59 уедем. Здесь? Вон она, пробковый шлем. Подарок из Африки. Твоя любимая компания. Люди, берегите природу. Не засоряйте. С собой заберу. На память. Ребята, у меня очередная цель. В этот зимний поиск. У меня начало клевать. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Смотрите. Вот он в замерзшем кусочке. Кстати, рядом с ним. А, нет, это какая-то уголек. 1 рубль 2007 года. Зачет. Не отдирается. О! Вот такой вот даже осталось у него там это. Эмблемка на песке. Так. Отбиваемся по бензину. И ищем дальше. Говорит, золото. Опа! Монитос, Андрюха, поздравляю тебя с первым монитосом. Ты начал меня догонять. У меня, друзья, выпал очередной монитос. Вот из этой ямки, блин, долбил. Прибор показывал вот 10 сантиметров. Ну, вот так оно примерно и есть. Выскочила вот эта вот монетка. О, полтишок. Замерзший полтишок. Отлично. Андрюх, я уже на пиво почти заработал. Мужики бегают голые. Прорубь работает. Копыри копают. Короче, все заняты своим делом. Сейчас еще тут маленько походим и на ту сторону перейдем. Ребят, мы перебрались на вот эти холмы. Здесь немного подтаяло. И у меня сразу же сигнал. Я же говорил Андрюхе, что здесь будут советские цели. Вот здесь это... Видел я ее. Что она у меня вот здесь. Где-то. Вот она. Вот она. 1975 год. Андрюха, 1 копейка 75-го. Поднимайся на холмы. Здесь много вкусного. Друзья, вот в этой ямке из-под дерева выскочила у меня еще 1 копеечка. Вот смотрите. Сейчас на солнышке ее почистим. Но это у нас поздние советы. 74-й. Ага, по уменьшению пошли. Был 75-й, стал 74-й. Вот такие вот цели, друзья. 74-й год. Берем. Вот и закончился наш зимний поиск. И вот такие цели мы сегодня подняли. У меня получается 3-4 рубля российскими монетками. И 2 копеечки по копейке. 74-й, 75-й год. Пуговица от джинсов и какая-то медная клемма. У Андрюхи чуть-чуть поскуднее. Рубль 10. И пробка Змеиногорского ЛВЗ. Вот так вот, вот походили, вот такие цели подняли. Ну что ж, друзья, подошел к концу наш зимний поиск. Успели мы еще в этом сезончике покопать. Как тебе, Андрюха? Здорово. Да, подышали свежим воздухом, побродили, помотали клюшечкой. То есть получили массу положительных впечатлений и удовольствия. Самое главное, сбросили вес. Всем, кому понравился ролик, ставим палец кверху и голосуем за нас, друзья. Всем счастливо, пока!